стыд, моя радость, это же Папа Пиццерия. Пиццерия Папа возвращается, друзья, на наши с вами экраны, и мы продолжаем готовить вкуснейшую пиццу, чтобы наши посетители набивали свои животы, а в свою очередь они нам дают денежки за это дело. Ну что ж, приступим, у нас вторая серия. Я напоминаю, что если вы хотите, чтобы выходило больше серий по Пиццерии Папы, ставьте лайки, заходите в группу ВКонтакте и, естественно, подписывайтесь на канал, если вы это еще не сделали. А у нас есть сейф, давай посмотрим. Так, у нас четвертый день, друзья мои хорошие. Что-то как-то грустно открывается пиццерия в четвертый день. Добро пожаловать, Рой. А что ты хочешь заказать? Я хочу с какими-то козявками, 4 штуки справа и луковые колечки слева. Готовь это все дело 15 минут и разрежь на куеву тучу частей. Хорошо, мой пупсик. Ща все сделает. Ща брыняка все замутит. Так, это сюда. Хотя можно не убирать, по сути-то. Поехали, друзья мои хорошие. Пиццерия у нас возвращается. Так, с козявками 4, значит, 4 козявки. Чпоньк, чпоньк, пок. Так, такой звук забавный получается. И 4 с другой стороны. Рес и девес, и трис, 4. Надо, короче, сегодня попробовать как можно больше заказов сделать. Давай в печуню. Поехали в печку. Оно должно готовиться у нас 15 минут. Я могу принять еще заказ. О, деду Гайн, мой любимый дедушка. Давай. Я хочу снова с анчоусами, бабке очень понравилось. Готовь это дело 10 минут и разрежь на охрененно много частей, чтобы мы могли долго лакомиться. Давай сделаем, почему бы и нет. Я, в принципе, только за. Значит, 8 анчоусов по всей длине. 2, 3, 4, 5, 6... 7, ну и 8 вот так вот. Они танцуют какую-то джигу-дрыгу, знаете, получается. Давай это дело в печеньку. И сколько готовится? 10 минуток, а здесь у нас сколько? Здесь тоже подольше, хорошо. Ну что ж, давайте так. Можно, в принципе, сразу 4, но я думаю, что лучше остановиться пока на 2. Потому что мы с вами как бы разговариваем, ведем какой-то монолог в данном случае и отвлекаемся на какие-то моменты. Так, здесь почти готово, а здесь тоже скоро будет готово. Мы успеем эту выдать и сделать с анчоусами. Так, все, здесь готово. Сколько надо? Надо вот чпок. Хьёх! Давай. Хьёу! И еще разочек. Пошла жара. Ну что, финиш-ордер. Ну что, мой пухлый пончик, я надеюсь, что тебе понравится. Да, еще 2000 или 3000 калорий в твой рацион и почти 3 бакса нам. Так, у нас там на вертеле это дело, давай посмотрим. Ой, ой, дедушке явно это не понравится, мы чуть-чуть передержали. Твою налево. Видишь, что значит спешка? Хотя мы особо не спешили, тут вроде все нормально, нам могут просто заплатить чуть меньше. Так, дед, будь доволен. Ну что там, пиццу? Да, мне все равно нравится, мы с бабкой такую горелую съедим, нам плевать вообще пофиг. Вставную челюсть ставил и пошел хомячить пиццу, я бы тоже ел. Если бы мне было лет 80. Так, у нас хипарь и тёлочка. Хипарь, что ты хочешь? Я хочу с маслинками 6 штук. Готовь это 10 минут, да? Сколько там? 15? 15 минут. А что хочет тёлочка? Что ты хочешь, красавица? Сисястые грибы? Грибочки. Грибочки — это хорошо. Я уважаю твой выбор и оценю это. О, у Ниги мы потом примем заказ. А, поехали, поехали, поехали. Внизу грибы. Чпок, 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 чпок. Так, 6 штук, да? Поехали в печеньку. В нижней части готовится практически, смотрите, полчасика. Неплохо, я успею сделать вот эту пиццу. По правой стороне надо 6 маслинок. Давай, раз, два, три, 4, 5, 6. Ну, вроде как-то так. Не очень, конечно, равномерно, но главное же, чтобы начинка была побольше, да? Это мы с вами знаем, такие у нас правила приготовления пиццы. Сколько она готовится? У них разница, по-моему, в 5 минут, да? Отлично, время у нас есть. А первый был парень, да, чтобы не перепутать заказы. У нас уже была лажа, мы перепутали с вами заказы, третий. Сейчас мы ждем с вами третий, пускай они там стоят. Нига, подожди, у меня сейчас очень все занято, тут я не могу ничего предпринять. Мне надо приготовить пиццу. Так, здесь у нас 5 минут, а здесь у нас еще... Сколько получается? 10 минуток. Готовится. Ждем. Это вам не картошка фри, мясо. Масло тут менять особо не надо, хотя, говорят, это очень вредно. Вредно, много канцерогенов, много вредных жиров, холестерина и прочего. Так, пиццочка у нас готова. Давайте это дело нарежем.
А я думаю, что в районе $2 это дело все стоит, потому что, ну, слишком просто, и начинки мало. Ну что, мой белобрысый друг, забирай! Не нравится? Как это? Подожди, почему тебе не нравится? А почему тебе не понравилось? Я же все правильно сделал. Странно, очень-очень странно. Ладно. А четвертый заказ, у нас же была девушка, ведь правильно? Ну, они могут вертеть носом, там, мне не нравится так мало, ты неправильно выложил. Знаешь, если бы я был голоден, я бы съел любую пиццу. Я вам тоже желаю приятного аппетита, друзья, если вы что-то кушаете, смотрите это дело. Это довольно забавная игра. Как по мне, такая, знаете, умиротворенная. Все, поехали нарезать. Так, подожди. Вот давай вот так, и давай вот так. Вроде как более-менее идеально. Я, конечно, не идеальную симметрию соблюдаю, но думаю, довольно будет. Ну что, Чекуля, ты будешь радоваться? Тебе нравится? Как это нет? Подожди, мы же все сделали правильно, нет? Удивительные люди. Ну, мы тоже с вами не менее удивительные. Ну что, мой темнокожий товарищ, что ты хочешь? Ты как обычно с колбаской предпочитаешь? Хорошо, давай с колбаской. Текс, поехали. Пошла жара. А по всей, как говорится, по всей, надо по всему кругу тупо выложить. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Давай как-то вот так. Ну, чтобы красиво было, чтобы нам побольше деньжат отвалил за это дело. Я думаю, что лучше ювелирной работы мы тут не сыщем. Поехали. Так, 2, 4, 6, 8. Я уже думал, может, больше положил. Но если больше, обычно клиент еще больше радоваться начинает. А пицца готовится 5 минут его. То есть он хочет такой, знаете, легкой прожарочки, чтобы корочка не хрустела. Многие просто любят эту корочку. Она довольно вкусная, если тесто, конечно, сделано правильно. Так, все, поехали. 5 минут прошло. Ну, смотрите, мы все делаем правильно. Чем они могут быть недовольны, я не знаю. Смотри, мой друг. Нравится? Да, детка! Вот это я понимаю хорошо. Еще 2 сделаем, и нам засчитают как пройденный день. А, нет, уже засчитали. А у нас, смотрите, quality, сервис quality у нас 84%. Это, в принципе, неплохо. 5 в день, нормально. Ну что, мой друг, сколько ты заработал сегодня? 10 баксов 38 центов. Итого 35.22. Нас повышают до 3-го ранга. И до следующего надо 9.78. То есть какой-то прокачки здесь не вижу, но у нас открывается каждый раз новый какой-то посетитель. Вот теперь у нас есть девчонка в сарафане. 5-й день. Five Nights in Pizza. Папа Пиза, да, получается? Смотри, какая красавица. Пожалуйста, мне что? Мне с козявками 8 штук по всей длине. Также я хочу, чтобы там были еще грибы. Готовь это 10 минут и разрежь как можно больше. Хорошо. Не вопрос, красопета. Сейчас все сделаем. Брюняш тебе такую пиццу забахает, ты будешь за две щеки хомячить. Будет трещать по всей этой самой. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А давай чуть-чуть вот так вот расширим. Тут еще, конечно, одну не хватает, но я думаю, что в этой области надо еще 2 грибочка, она просит. А давай вот так, и давай, наверное, вот сюда, вот типа так. Поехали в печь. Жарится это все 10 минут, хорошо. Дедуган, давай примем твой заказ. Мне по-прежнему рыбку 8 анчоусов. Бабке очень нравится, мы стали вашими постоянными клиентами. Да, он говорит. Вы знаете, они реально одно и то же заказывают. В принципе, неплохо. Мы, по крайней мере, можем знать, что и как. Нам-нам-нам-нам-нам. Так, ждем эту пиццу, да? Сейчас она уже подрумянилась так. Неплохо. Я представляю, какой там стоит классный запах. Вот это да. А что у нас с этим заказом? Угу, сейчас сделаем. Подожди, вот наш заказ. Сейчас будет уже к выдаче готов. Разрубим это дело. Так, чук-чук-чук-чук. Супер ножами нашими. Все, поехали. Значит, так, смотри, сделаем одну прямо. Потом одну вот так. И одну вот так вот. Все. Я думаю, что наша новая посетительница должна быть довольна. Тебе нравится, красопета? Да, детка, мне очень нравится. Я хочу тебя. Нет, подожди, это было лишнее. Это явно было лишнее сейчас. Так, дедуля, поехали. Дедуля, как обычно, у нас любит анчоусы. Они с бабкой это все поедают. 8 штук, давай, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Поехали в огонь. Есть время принять еще заказ, тихо.
Белобрысый наш друг по-прежнему любит маслинки, по-прежнему все так же готовится, и разрезать уже на этот раз проще. Я надеюсь, что все будет хорошо. Давайте смотреть, я как раз делаю заготовку. А что у нас там по горению у нас? Тут еще время куча просто. Просто масса времени у нас есть. Давай, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Чудесно, вроде нормально. Можно, конечно, вот так подвинуть. Но это было бы уже лишнее время. Поехали в печь. А дедушкина пицца у нас готовится... Смотри... Ага, понятно здесь. Давай посмотрим эту. О, эту все. Эту мофаем уже. А ух, ни хрена ее надо разрубить как. Давай. Чирк. И диагональки. Ой, это не деда пицца! Это не деда пицца, твою ж налево! Или это деда пицца? А, это деда, господи, я уже испугался. Я уже перепугался, думал, что это не деда пицца. Начал себя гнобить за это. А, па-па-па-пам-па-пам. Так, подожди, у нас вроде готовится. Сколько? Еще время есть, да? Блин, я уже запутался. Видите как? Всегда на кухне должен быть помощник, потому что вы можете что-то забыть, что-то не так сделать. У нас остается 5 минут, давайте глянем. О, такой же чувак у нас уже был с вами в самом начале. Наш практически первый постоянный клиент. Такс, ну что, хорошая моя, сейчас еще минутку-другую и будет готово. Люди уже стоят, желудочный сок вырабатывается, все хотят кушать. Давай. Идеальный работник общепита, поехали. Ой, это кривовато. Вот так вот, всегда надо грамотно нарезать, вот как сейчас. Поехали. Ну что, Марти, тебе нравится? Да, детка, вот это я понимаю, классный, квалифицированный у нас такой работник сегодня месяца. Что дальше? Давай примем твой заказ. Чепучила, тебе что надо? Так, ты хочешь с колбаской, как книга? Тебя, походу, нигер заразил. Фу, любитель колбасы. Ну что ж, поехали. Сейчас ему заготовочку сбацаем. А, 4 по этой стороне. Давай, 1, 2, 3, 4. Вот так вот равномерненько, чтобы по красоте было. А сколько она готовится? Ну, 5 минут готовится. То есть, когда 5-минутная пицца, я думаю, что нет смысла кадифолиться с другими покупателями. Потому что можно просто банально забыть. 5 минуток. Простая. То есть, ее быстро можно нарезать. Крест-накрест и все. И все будет в шоколаде. Все будет мармеладно. Так, давай, 1, 2. Пошла жара. Чпок. И чпок. Отлично. Все. Ну что, дружбан, я надеюсь, что тебе понравится. Да, конечно, у нас сегодня прекрасный день, я смотрю. Клиентов хоть и немного, но платят они очень добротно. Ибо голодны все. Здравствуй, мой дружок, что ты хочешь? Опять с колбаски. Слушай, Нига, ты бы взял что-то другое. А то у меня сразу какие-то странные подозрения о твоем пристрастии к колбасе. Ладно. Опять колбаски, да? Давай, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8. Вот так вот. Идеально. Просто идеальней просто не придумать. А 5 минут. 5-минутная пицца с колбасой. Больше клиентов нет. А походу, что он у нас последний, что ли? Ладно. Будем смотреть, где у нас там. Пицца 5-минуточка. Хм, на удивление, ребят, смотрите, никого нет. Но в этот день мы справимся очень быстро. Так, все, пицца готова. И тоже резануть вот так. Чпок. Поехали. Просто метеор, серьезно, наш чувак. Да, еще один должен быть посетитель, чтобы мы выбили с вами 5 звезд. Не получилось, к сожалению, не получилось. Но сегодня сервис quality у нас был практически 100%. Смотрите, 94% мы работали просто, как говорят, в поте лица. Давай попробуем дальше. 13.32. Ух, неплохо, 48.54. Нам открывает 4-й ранг, и, по идее, должен появиться новый посетитель. Да, тоже девчонка, смотри, из группы поддержки. Такие обычно любят что-то менее калорийное, чем пицца. 6-й день, мать его. Привет, красавица. Я думаю, что номер телефончик просить мы ее не будем. А вот заказ, пожалуй, принять готовы. Я думал, что она любит пиццу с усами. Так, она любит такой более вегетарианский, да, такой вариант пиццы. А без мяса, без анчоусов и прочего. Ну что ж, погнали. Погнали, посмотрим. Это перец у нас, да, насколько я понимаю, желтый. Зеленый, господи. Как гребаный дальтоник, мать его. Зеленый перец. Так, 1, 2, 3. Зеленый, желтый, блядь, красный. Все цвета перечислить надо было. Давай так. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Ну слушай, ну просто инь, мать его, и янь. А по-другому не придумать. Поехали в жаровню. А сколько это дело? 10 минут готовится. Красавица, давай примем твой заказ. Так, с козявками на всю длину. С... Ага, то же самое. Эту пиццу мы уже знаем, как делать. Угу. У нас сегодня одни тёлочки такой, знаете, женский день, я бы даже сказал. Так, заготовку я, наверное, не успею сделать. Давайте я просто подожду, посмотрим, кто у нас еще имеется. А, две красавицы, и подходит еще чувачок к нам. А, ждем 10 минут, и можно готовить. Да, такой, знаете, реально более вегетарианский вариант. Я думаю, что многие такую пиццу любят, якобы думают, что они не растолстеют. Ну, там же есть и сыр, и прочие ништяки, которые довольно-таки калорийны. Так, подожди, у меня не этот заказ, у меня вот этот. Так, давай раз. И два. Забирай, красавица. Нравится? Да, детка, естественно, тебе б не нравилось. Всю душу вкладываю, мамой клянусь, всю душу вложили. А что у нас тут еще есть? Давай смотреть. Так, козявки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь козявочек. Сейчас мы их как-то вот так вот красивенько все сделаем. И грибочков две штучки. Давай вот так. И давай вот сюда же еще один грибочек. Поехали в жаровню. Так, это готовится. О, сколько у нас посетителей-то. Давай возьмем заказ. Маслинки. Угу, все понял. Чувак, дедушку мы уже знаем. Там у нас анчоусы, это понятно. А сколько ждать? Ждать довольно долго, поэтому я думаю, что я успею сделать вот это дело. Так, раз, два, три, четыре. Подожди, это было. Ой, не то. Господи, мы не то начали делать. Ладно, ждем. Ждем от греха подальше. Время как раз наше подспевает уже. Ну, я жду. Давай, готовься. Это не то, что, знаете, просто в микроволновку засунула, и она уже приготовилась. Чпок. Ой, не так. Твою налево, мы немножко не так сделали. Ладно. Она будет недовольна. А я могу как-то переделать? Переделать нельзя. Прости, красавица, немножко не так порезал. Нет, ей все равно нравится. То есть, на удивление, что девчонка настолько голодна, что ей так подойдет. А вот здесь мы, конечно, немножко лажанули. Сейчас сделаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Поехали. Да, довольно долго будет готовиться. Ух ты, сколько у нас народу сегодня. Ну, дедуля, мы знаем, что тебе надо, как обычно, анчоусы. Да побольше. Резануть как можно больше. Все с тобой ясно. Давай вот так, подожди, вот так. Сделаем заготовочку. Рыбка у нас тут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Все, поехали. Так, что у нас с этим заказом? Он еще у нас готовится. А у дедушки тоже готовится. Понятно, будем смотреть. Эти два заказа уже надо как бы отпустить. А получается, первый вот этим будем заниматься. Чтобы не поменять пиццы местами, потому что вполне реально перепутать. У нас такое уже раньше было. Здесь 5 минут, а здесь... Ага, все, тоже ждем. Давай, родной. Пошла жара. Блин, я не представляю, это, конечно, лажа. Смотрите, там разница. Блин, фигово. Фигово. Так, это уходим. Подожди, блин. Ладно. А, дело в том, что та пицца сейчас у нас подгорит. И я не представляю, что мы... Подожди, давай. Твой брат-то! Марти, я, конечно, все понимаю, друг мой. Все, уходим. Так, а ну верни мне. О, раз, два. Тут диагональка. Немножко скривили мы с вами, видите, спешка. Дедуля, пожалуйста, ты же мой постоянный клиент, тебе нравится? Нравится, пожалуйста, без проблем каких-либо, да? Отличненько. И последний заказ давайте примем. От парняги. Хотя не последний, чтобы было именно 5 звезд, надо еще 2. Так, салями, понятно. Но это довольно простая. Я предлагаю это тоже принять. Угу. Козявочки, луковые кольца, 5 минут. 5-минутная пицца, это довольно неплохо. Но они как бы у нас в очереди стоят, так что будем тоже соблюдать некую очередь. С пятерки начнем, давай.
Текс. И раз колбаска, два колбаска, три колбаска, четыре колбаска. Поехали. Сколько ты готовишься? 5 минут. У нас 2 5-минутные пиццы на этот день остались. Есть еще клиенты? Да, пожалуйста. Воздух, воздух наш клиент, получается, призраки. Если бы призраки могли кушать, было бы довольно забавно. Текс. Тихо, ты уже готов почти. Пошла жара. Так, эпок и чпок. Ну что, друг мой, нравится? Идеально, я же говорю. Брависсимо. Бон аппетит, сеньоры. А что у нас с этой? Давай сделаем вот так вот. Раз и два. Отлично, козявочки надо выложить. Первостепенно. Вот так вот выложим здесь. И луковые кольца по этой стороне. Идеально. Я думаю, что это будет очень вкусно. Тоже 5-минуточка. Это последний наш клиент, и поэтому больше тут ждать нам банально некого. Окей, готовится это чудо-юдо наше. Остается буквально немножко. Я думаю, что эту пиццу доготовим, и здесь можно будет закончить. А у нас получается 2 полных рабочих дня. Вот так вот. Где-то в среднем 20 минут мы с вами на это дело тратили. Так, все готово. Давай, вот так вот. Подожди, у тебя... Да, ровно. Все, поехали. А, нет, смотри, у нас, видишь, как получается, не полностью там заполнилось. Ну ладно, не страшно. Все, этот день у нас прошел. 90%. Я думаю, что очень хорошо, мы обслужили на одного клиента больше. Давайте посмотрим, кого нам откроют. Да, друг, вот такая вот у тебя тяжкая рутинная работа. Ну что ж поделать, 63 бакса. Да, 4-й ранг. Я гляну, кого нам добавили. 7-й день. То есть, по сути, мы уже почти неделю как бы работаем, а новых никого не открывают. Ну что, ребят, здесь мы закончим. Спасибо, что смотрели. Это была пиццерия Папа. Ставьте пальцы вверх, заходите в группу ВКонтакте и подписывайтесь на канал. Вы самые лучшие, ребят, знаете это. Пока-пока.